А в Ковалирово школьники сразились в президентских состязаниях. В многоборье, легкой атлетике, эстафете приняли участие воспитанники 8 школ. Стоит отметить, что президентские состязания – это не просто спортивные игры. Чтобы победить в них, кроме хорошей физической формы, необходим творческий потенциал. Поскольку первый этап конкурса включает в себя визитку, где подростки должны заявить о себе, а также рассказать об истории спорта. Напомним, соревнования проходят по программе президента России по указу с 2010 года. Главная их задача – приобщить как можно больше школьников к физической культуре и спорту. Команда-победительница примет участие в региональном этапе соревнований, который состоится в мае этого года в Арсеньеве.